Что значит слово «красота»? Оно вмещает все благое. В нем есть любовь, доброта, что отделившись от отца, нам душу радует, а мы для вас сам сочиняем. Ну что? Конечно. Конечно, конечно. Все понял. Спасибо. Пожалуйста. Ну и с вами, да? Давайте. Ребята, сфотографируйте, пожалуйста. Да, сфотографируйте, ребят. Вот. Первый раз? Нет, я же не буду одна фото. На доброе здоровье. Скажите, вы первый раз видели? Нет, я же говорю, я уже заседатель постоянно. Можно? А Суздале? Можно. Как что? В Суздале был несколько раз. Ох, у вас хороший фотик. Спасибо. Спасибо большое. Так, еще раз. Красиво. Спасибо. А, да? Вот только под наклоном. Ну, видишь, она вот под наклоном, да? Представляешь? Я снял, я их курсантов слушаю всех. Я их постоянно снимаю. Здравствуйте, давайте вместе снимем. Давайте. Приятно вас приветствовать в нашем городе Владимире. Спасибо. Очень-очень. А я на видео снимаю. А, на видео снимаю. Когда ушли, то понравилось? Да, я постоянно снимаю. Да? Заходите на мой канал на YouTube. Набирайте там целебную кулинарию. И там столько передач по оздоровлению. И мой сайт тоже с Малаховым. Там свои книги выставил, вот как их написал и обработал так, как мне нравится, сверстал. Бесплатно. Заходите, читайте. Все в библиотеке. Да, в библиотеке. Завтра придете? Где мы объясняйтесь на приглашение, чтобы артисты расписывались? Потом это уже будет история. Будут за большие-большие деньги. А где расписываться? На щеках? Вот смотрите, беру пример. Расписываю. Он расписывается. Он расписывается. Посмотрите, он расписывается. Да-да-да-да-да-да. Да, я бы сейчас себя рассудил. Здорово. Вы распишитесь пока. Не хочу. Спасибо. А вы распишитесь, пожалуйста. Я на компьютере, и я уже разучился расписываться. Мы к вам. Ой, я плохо расписываюсь. Я привык. Я привык этот самый на компьютере. Вот, отлично. Вот второй крестик, пожалуйста. На компьютере там раз-раз фигачу все. Там копируешь, вставляешь, короче, легче. Спасибо большое. Артист. Вурмбалту и пахату. Вурмбалту и пахату. Да можно с вами сфотографировать? Нужно. Нужно. Уберите эту палочку.
Спасибо. Вы очень веселые. Я сюда поближе ко мне. Даже песенку спою. Все, сам сочиняю. Да я только... Веру. Добрый вечер всем, кто любит свою страну и кому не безразлична ее Будьте судьба. Здоровы. Добрый вечер добрым и прекрасным людям, жителям Владимирской земли и гостям этого гостеприимного края. И сегодня весь вечер с вами артист театра и кино Олег Чернов. И актриса Владимирского академического театра драмы Александра Морозова. Итак, мы торжественно заявляем, что второй Всероссийский кинофестиваль патриотического кино «Над гранью» объявляется открытым! Ура! Дорогие гости, участники фестиваля, добрый вечер, владимирцы. Я вам сразу скажу, я волнуюсь. Я очень волнуюсь. И мечта, о которой мы много думали и хотели, чтобы это состоялось, все-таки вот она передо мной, перед глазами, этот зал, эти лица. Потому что для меня и для всех моих друзей, коллег, сверстников очень важно, что этот фестиваль проходит в стенах этого прекрасного театра, и он посвящен памяти моего друга, актера, которого все знали, Александра Дедюшко. Его все помнят, не только Владимир, его помнит вся Россия. И для нас очень важно, что этот кинофестиваль состоялся на вашей Владимирской земле. Спасибо вам огромное! Слово, чисто русское слово. Ни в одном языке мира нет такого слова. Есть слова «Виктория», на Украине говорят «перемога», а мы говорим «победа», «по беде». То, что было после большой беды. На примере Дедюшко выросло молодое поколение, которое сейчас обучается в нашем учебном заведении. И вот, значит, приятно, что сегодня у нас два мероприятия. Сегодня кинофестиваль, и одновременно завтра мы откроем всероссийские соревнования на базе нашего института, посвященные Александру Дедюшко. Они уже стали традиционны, ежегодно к нам приезжает очень много команд. Но на этот раз, как никогда, приехало более 20 команд. Более 100 участников. Лучший режиссер. Лучшая мужская роль. Лучшая женская роль. И? И? Гран-при.
сценарист Вера Сторожева. Режиссер и педагог ГИКа Владимир Кот. Актер и режиссер Сергей Маховиков. Пользуясь случаем, хотим поздравить Сергея Анатольевича с присуждением его буквально на днях звания заслуженного артиста Российской Федерации. И пользуясь случаем, хочу пригласить Сергея Анатольевича на сцену. Сегодня мне задали вопрос, девушка с телевидения, зачем столько кинофестивалей? Я, мне кажется, сформулировал. Я ей ответил. Скажите, как бы вы хотели выйти замуж? Нажали на кнопку в интернете. Бабах, жених. СМСки с поздравлениями, родная, поздравляем. Колечко по WhatsApp. Цап-цап. Чтобы какое-то ощущение сделанного труда, потому что труд кинематографистов – это тяжеленный труд, тяжеленный. И в физическом смысле тоже. Нужно его смотреть в условиях все-таки праздника. Они просто так, что-то там наснимали, дай посмотрю. Вот так по-бытовому. Так мы забытовить можем все что угодно. Взаимоотношения, кино, театр. Вот я считаю, что чем больше кинофестивалей, и каждое, пусть небольшое кино, но показывается в условиях праздника, это будет здорово. Вот, пусть не ленятся жители Владимира, пусть ходят и смотрят. Матушка, не плачь о сыне, у тебя счастливый сын.